Дождливая погода отложила начало международного турнира на целых 3 часа. Шымкент ETF Futures and Women's начался только после того, как вышло солнце и грунт наконец высох. Пятнадцатилетняя спортсменка из Кокшетау Екатерина Дмитриченко в теннисе больше 6 лет. Девушка готовилась к турниру в Ташкенте. В первом турнире она встретилась со взрослой теннисисткой из Узбекистана. Сопровождал игру сильный ветер, который мешал траектории падения мяча. Играю с представителем Узбекистана. Девушка, она старше меня, наверное, на лет 5. Но я думаю, что нормально, в форме, в нормальной форме. И сегодня постараюсь выиграть. В течение 3 недель на теннисных кортах Шымкента друг за другом пройдут 3 турнира. В напряженной борьбе сойдутся больше 120 теннисистов из 20 стран мира. России, Узбекистана, Кыргызстана, Украины, Белоруссии, Франции, Испании, США, Индии и Швейцарии. Такие профессиональные турниры очень важны для спортсменов, ведь здесь они могут встретиться с лучшими из лучших со всего мира, могут поднимать свой уровень игры и, возможно, чему-то поучиться друг у друга. Большие надежды казахстанские тренеры возлагают на теннисисток Камилу Керимбаеву и Гюзаль Аймединову. Отличного результата ждут и от мужчин-теннисистов Дмитрия Попко, Тимура Хабибулина и шымкентского спортсмена Романа Хасанова. Призовой фонд каждого турнира для женщин составляет 15 тысяч долларов. Такая же сумма разыгрывается и среди мужчин. Финальные игры первого турнира пройдут уже в эту субботу. Тогда и определятся имена победителей.